Ростуризм призвал россиян не покидать территорию отелей после взрыва в Анталии. Также соотечественников просят не паниковать и сохранять спокойствие. Наше генконсульство в Турции внимательно следит за ситуацией. И пока информацию о пострадавших россиянах не получало. Мощный взрыв на парковке у здания торгово-промышленной палаты в Анталии прогремел сегодня утром. В результате ЧП пострадали 12 человек. По предварительным данным, все они сотрудники, которые направлялись на работу. Всем раненым уже оказана необходимая медицинская помощь. Взорвавшийся автомобиль полностью выгорел. Повреждения получили и 4 соседние машины. Турецкие власти пока не сообщают, был ли это организованный теракт или виновник инцидента тот или иной человек или группировка. В общем, не называется, не разглашается эта информация. Пока рассматривается также версия неисправности газового оборудования в автомобиле.